Нулевого хода у нас нет. Итак, для тех, кто смотрит в записи, это пятая и заключительная часть трансляции. Судя по счетчику смертей 88 из 100, мы в любом случае сегодня закончим играть в Doom. Даже если челлендж выполнить не удастся, а все к этому идет, я все равно, конечно же, допройду его до конца. Тем более, что остался один босс, один уровень и финальный босс. С прошлой трансляции прошло пару дней. Я успел посмотреть на ютубе внимательно, как убивать предстоящего босса. И сейчас еще до начала непосредственного трая эксперта, зачинщик спора, предложил, что можно довести босса до половины хп. Ну и потом умереть, этот трай не будет считаться. Типа, чтобы раскликаться, распрыгаться и прочее. Босс на самом деле простой. Я сейчас возьму пистолет и отдамся. Ой-ой-ой. Поехали. Пацанам в чатике пламенный привет. Может, не выпендривается с пистолетом? А какая разница? Ты главное просто бегай, прыгай, следи за мувами. Самая главная тема, что я нашел на ютубе в прохождении этой хрени, это что когда заряжается штука вот эта вот, выстрел, по ней можно и нужно стрелять. Потому что наносится колоссальный урон, сбивается текущее действие, причем и у того, и у другого. Ой. Так, пистолетик. Вот мне нужен этот товарищ. Просто бегаем. Не бьем, бегаем. Просто бегаем. Вот по этому шарику можно стрелять. Твою мать! Хреново стрелять можно. Да как? Ой, все! А как? А почему? Да! Ну, есть несколько моментов. Я, во-первых, не перебил нифига этот выстрел. Видимо, нужно что-то скорострельное брать. Типа пулемета или плазмы. Рокет не подойдет точно. Раньше стрелять нужно было, понятно. Ох, потом рунку заменить, кажется, я не могу в воздухе пере это самое, с плазмой или с рельсой. Лучше с плазмой, потому что рельсу, если я разок промажет, это капец. Ну, в принципе, можем стартануть с БФГ. Потом взять рельсу. Кнопки оружия вспомни. Да, я помню кнопки оружия. Так, у меня... Некспертов, слушай, я... у меня только одна попытка на распрыгивание. Я что-то забыл. Или там, типа, до тех пор, пока я не скажу, что, типа, все можно. Сейчас мы... Не надо, я лазейки все ищу. Сколько угодно, ну слава богу. Короче, все. Собрался, проснулся. Так, БФГ, раз, между ними стреляем. Потом семерочку делаем. Изейшие, изейшие, темнейшие. Поехали, работаем, работаем, работаем. Поехали, раз. Хреново. Да ладно, пистолет бери, не выпендривайся. Вот от этих надо уворачиваться. Вот, поэтому стрелять. Вот, надо просто раньше. Твою налево. Да вон уже все. Да, все уже. Шанс нет. Пробуй сколько хочешь. Короче, все. Значит, как бы сделать это, чтобы...
Фух, да-да-да, можно на одну линию поставить, я согласен, и нужно на одну линию ставить их и зрельцы. Но сейчас хреново этот... Надо внимательнее боевгой сделать, чтобы... Он прыгает, видишь, творит. А, у меня еще осадный режим, не алло. Вон, вон, просто раньше делаешь это и все. Пистолетик бери. Пистолетик, говорю, бери. А что это за руны? Да не кипишуй. Сейчас ты просто разыгрываешься, разыгрываешься. Тебе дали время разыграться. Шанс смертельный, улучшаемость есть. Больше брони вообще не нужно тебе, меняй на что. Гренки, может быть, которые... Снаряжение эффективное. А, используй 30... Вот этот можно пока... Эти. Нет! Твою налево. Грязь! Просто грязь. Так, выбирай фокусом того, кто со стафом, потому что он стреляет, тебе его нужно мониторить. На милишного забивай, просто держись подальше. И все. Сколько заплатил на эксперта за разыгровку? Нисколько. Он прыгает постоянно. Давайте я сведу его. А чего? Вот это вот. Кажется, нужен дилей, чтобы он разогрелся все-таки. Нет, урон не наносится. Пистолет, пистолет, пистолет. А, и это. Кидай, кидай, кидай. Мы можем... Зря. О, сейчас было зря. Не научись. Вот, видите, он дебафует его. Что это такое? А-а-а. Так, ладно, этот милишный вроде, он не достает до нас вообще. А вот того надо держать, да. Держать в поле зрения, чтобы... Вот почему? Вот почему? Почему то попадаешь, что не попадаешь? Может, какой-то уровень урона нужно нанести на нему? Вот-вот-вот-вот как? Вот как? Сейчас реально урон какой-то. Вот-вот-вот, я не пойму. ДПС не хватает, ясно. Ну, сейчас посмотрим другой пушкой просто и все. Хорошо, ребята, ребята, такое чувство необычное. Я умираю, а счетчик не надо крутить. Счетчик не надо крутить. ДПС мало, ладно, давай тогда плазму что-нибудь возьмем. У нее вроде хватит, и она такая. Да-да-да. Ой, причем оба. Они останутся? Да-да-да. Просто у пистолета нет ДПС. Ну ясно. Ой, как ХП высасываются. Ага, когда поднимает руку вверх, это... О, броня все-таки... Ай! Короче, надо внимательно следить за ранжевиком. Внимательнейшим образом. Сейчас пьем руку. За ранжевиком обязательно следить, обязательно следить. 45 хп с грены, подвоем выставляешь с рункой, так и регенится. Да-да-да, с рункой регенится, может быть, просто надо было рунку втыкнуть. Короче, ребята, присоединяйтесь, присаживайтесь, располагайтесь, будет весело. Куда он вообще смотрит? А ты куда смотришь? И чё с ним вообще... Да, и пулемет их пробивает. Двойные места. Ой, какой армор там конский. Смотрите, армора сколько натырили. Вообще халява.
Так, пистолет. Проезжет. Да, вот это плохо. Как-то от этого надо уворачиваться. Не-не-не-не. А, да, ну, пистолет все-таки. Если сразу начать стрелять, то все уже успевает. Что делаешь? А, это да. Сейчас я их вместе сведу. Ясно. А вот иногда не хватает. А так хватает. Вообще, граната, смотри, сколько восстанавливает. По двоим прям бомба. Сам не работает по ним. Так, а если взять пульс? О! Да, ну нет. Ага. Просто бегаем. Да, дробовик вообще с одного. Надо еще словить этот момент, когда он начинает. Когда он начинает из стороны в сторону, это огнемет. А вот взял, все словил. Я не увидел, когда он. А, сейчас будет падение. А что это такое? Этого мува я не видел. Просто зажимая из них плазм, особенно когда кто-то хочет кастует, крутилка, шарик забивать не станет. Понятно. Короче, не торопимся, разыгрываемся, распрыгиваемся, потому что после этого босса начнем его стабильно доводить до половины хп. А я не начинаю его доводить с полы. Вот это вот этот мув, когда. Вот это вот я пропускаю. Мне нужно по-хорошему сначала. Опять сейчас не буду. Сначала себе наспамить армором. Вот. За ним следить. Вот, чтобы вот эти вот штуки. Почему-то я еще не могу стрельнуть. Ладно. Вот нельзя их ловить. Все, испытание пройдено. А, нет. Короче, прогрейдили мы эту пушку. В смысле, предметы. Вот, понимаете? Понимаете? Жизнь у него высасывает тогда. Ой, как плазма забирает. Жизни, короче, гранаты нужно бы после того, как мы его. После того, как он под дебафом находится. Просто бегай, смотри. Может, дистанцию просто лучше держать. Тогда у меня будет возможность. Огнемет опять. Так, ну давай, заряжай. Ну не то. Вот. Раз. Ой, сейчас будет много хп. Если бы я еще второй попал. Так, наполовину, не забываю этот даблджамп. Да, я с даблджамп постоянно вылезаю. Мне нужно отдаваться вообще, по идее. Или нет ограничений на количество, ну, типа наполовину КП. То я его уже довел. А, ну вот тогда и умрем сейчас. Отдаваться пора, да, отдаваться, сказали. Угу. Так, ну что мы знаем?
Да все нормально. То есть берем что-то вроде плазмы. Можно, конечно, начать с БФГ. Но самое главное, после того, как начнем с БФГ, тут же надо кинуть гренку, не наносить урона, сделать себе немножко небольшой запас. Поехали еще разок. Вот БФГ. И, соответственно, туда раз, и туда два. Да, так лучше. Лучше было не лезть. Хорошо. Так, так. Выбираем себе армора. Патронов хватает в достатке. Ой, вот это плохо. Ой, вот это хорошо. Все, фул хп. Уже не фул. Не старайся нанести много урона, Михаил. Старайся попадать по обоим. Отменет. Не, надо держаться. О! 150 армора, все, фул хп. Все, значит, страта понятна. То есть не наносишь урон, а стараешься сначала сделать 150-200. После этого уже можешь. Можешь как угодно. Ну, почти. Вот это вот я. Ладно, убейте меня. Убейте, убейте, ребят. О! Так, если под дебафом будет сколько он от БФГ будет огребать? Не знаю. Да, у меня еще пассивка. Бывает. Готов? Нет, я еще пару раз его помучу. Еще пару раз. Еще пару раз. Лучше я начну с БФГ, так как гарантированно мы хотя бы одного дебафаем. И можем, соответственно, сразу раз и два сделать. И набрать себе кучу армора уже соточка. Сбиваем. А, мне нужно уходить просто в его сторону и все. То есть, когда он стрейфуется в огнемет. Когда он начинает стрейфоваться, мне просто нужно в эту же сторону отходить и все. Да хватит, ну. Да, просто. Но если бы я не знал, что в эту штуку можно стрелять, то это вот не так. Халява дешевая. Просто дешевая халява. Все, уже макс ТП, он даже не алё. А в этом нельзя. Ну, то есть можно, но толку нет. И надо держаться все-таки на дистанции от него. Потому что если он начинает в непосредственной близости вот эту вот тему свою мутить, ты так и так его простреливаешь, так и так гранату, если что, докидываешь. Правда, криво может кто-нибудь докинуть. Когда что, попробуй такую тактику заряжать, остальное время максимально постоянно что? Так. Ой, я забыл. Хотя не, нормально. Главное, чтобы дистанция была. Вот против этих фаербольщиков, главное, чтобы дистанция была. Этот не догоняет. От остальных просто. От этого еще проще. Вот это так, таких вот вещей быть не должно. Это вот это вот опасный момент, что он может
опять стрейфоваться и... Да. А, можно... Ну, без бонуса. Так, пора отдаваться, ребят. Убей меня. Бах! А если от нее уворачиваться, то ты сразу так рискуешь. Жестко, давай. Сделай музыку потише или себя погромче. Нормально. Ой, нет. Музыка это основная часть вообще. Можно еще шанс руны на шанс дропа БФГ. Так тогда мне придется отказываться либо от, ну, от бафов снаряжения. А, поставь руны на бесконечные патроны. Тут нет проблемы с патронами вообще, они падают постоянно. Ну что, еще разок, да, закрепим, так сказать. А чё счетчик не двигается? Почти слоупок. Ой, тут даже на двоих она работает, если... Если они рядом стоят. Вот сейчас может тоже сработать. Почти. Огнемет. Да. Такая грязь. Ой. Опять умер. Вот, вот это плохо. А вот это хорошо, когда двое подставляются. Ой, зачем-то, почему-то я решил не алё. Не перепрыгивать. Вот сейчас будет много. Грязь. Ладно, убивайте меня, я готов. Фух. Ну что, спасибо Некспертэ за то, что дал разыграться на боссе. И просто разыграться еще. И я готов. Зачем ты сливаешься? Привет. Так надо. Ой. Все, это попытка. То есть, как бы, сказал. Уже смерть считается. КП. Патронов дофига. О! Опа, попали. Попали. Огнемет. Да как ты? Ой, нормально. Второй давай. Второй давай. Ну где там КД? Есть первый. Опа. Я на тебе еще тут поднимусь.
до конца восстанавливаем точку. Точнее, армор. КД. Есть. Блин, пацаны, если до сегодняшнего вечера я думал, что как бы вообще шансов никаких, то сейчас остался один уровень и один финальный босс. Ох, так, шанс пережить смертельный бросок обязательно нужно. Демонов сейчас убить, сделать, прогрейдить. Оставляем. Предметы снаряжения эффективнее. Мобильность в воздухе пока что меняем на анлим патроны, наверное. Конечно, остался абузер. Ха-ха, завидует. Зачем ты умирал? Потому что мог. Ребята, откуда вы? Уже не те ощущения, ты уже проиграл. Ты проиграл. Лузер. Проиграл он. Продолжаем. А, два уровня и один босс. Так, ну сейчас внимательно. Внимательно помним про пауэрапы, помним про БФГ, про гранаты, про клон, резурект, про БФГ. Технический отдел Веги. Вы забрали горнило и возвращаетесь на Марс. Вам следует закрыть колодец, источник энергии для адского портала. Потребуется еще один прыжок в ад. Сэмюэль придумал, как отправить вас к колодцу, но ему понадобится ваше содействие. Но все равно вероятность крайне мала. Я Вега. Там, говорят, какой-то поезд вообще адский просто. Адский поезд. У вас есть горнило, а с ним и возможность сдержать силу колодца. Мы планируем отправить вас туда. О, я могу пушки прогрейдить. У меня там с запасом с колоссальным. Грейдить нечего. Только альтернативку грейдить можно, но... Не надо. Ох, броня фуловая, здоровье, боеприпасы, все на максимум. Ловкость не до конца. Повысить скорость определенных действий. Вега даст вам всю необходимую информацию. Распрыгивайся, приходи в себя. Скорее всего, надо будет оставить именно высасывание жизни. И, ну, короче, эту гренку я оставляю. Вроде к ней приноровился, ее прогрейдил. А, руна, мощное режение, да. Обязательно спас-бросок грейдануть. 10 демонов во время спас-броска. То есть, когда станет понятно, что у тебя хп нет, если не будет возможности взять пауэрап, ну, просто стреляй, короче, во всех. Желательно на БФГ тогда переключиться, чтобы сразу убрать. Жесть. Может, успеть прогрейдить эту штуку. Там не так. Это мой главный рабочий. Я понял тебя. Комплекс. Здесь я был создан. Здесь обслуживается мой центральный процессор. Ребят, что я волнуюсь. На поддержание моей работоспособности уходит примерно 2,4 тераватта энергии. Было решено использовать эту энергию, чтобы отправить вас к источнику портала. Я не переживу эту вижу процедуру. И возможности самоуничтожения у меня нет. Так что я... Расскажу обо всем подробно. Внешние и внутренние двери комплекса закрыты. Начать надо с поиска пути внутрь и отключения охранных систем. Просто ящик такой редко бывает.
12 смертей. 11 смертей в запасе. Как выяснилось, 11. Так, жетончик. Нужно 3 жетона. А тут даже... Я не все, кстати, жетоны собирал. Там самые ненужные, на мой взгляд, мне, по крайней мере, пауэрап. Переключение модификатора оружия. Это то, что я не использую ни в коем разе. Так, главное тебе вовремя понять, когда начнется замес. Точнее, заранее почувствовать, что вот он вот намечается. Мне напоминает первый уровень вообще. Анлим патрон не нужна, не вкачанный. Лучше на дроп патронов оставь. Так еще БФГ будет. А, точно, согласен. Так, дроп патронов. Это что-то стандартное, да? Да. Еще она не прогрейжена, блин. А БФГ у меня по нулям. Это провал. Это провал. Так, значит, там что-то вроде секреточки, но жетон тут находится. Сегодня все закончится, пацаны. Сегодня в любом случае все закончится. Так что вы там держитесь. Да, это секретка. Секретка, а не жетон. О, заряд для БФГ. Хорошо. Один из трех. БФГ может помочь. Вообще лучше подсейвить БФГ под... Под... Лучше, наверное. Чекпоинт, ребят. Тупый. Ну, конечно, еще давай мы... Появляются новые. Да, я боюсь симпов. Импов, Карл, импов! Не бойся импов, они тоже тебя боятся. Так, наверх ты сможешь, если что, сможешь. В лицо фаербол он так прям мне остудил. Имп. Да как ты попал-то, Вась? А-а-а. Там мели, видимо, было. Тихо. Сверху. Сейчас надо спускаться. Ага. Ах, вы упыри, а. А почему у меня нет темы, которая оставляет, оставляет патроны? Ой, в смысле этим. Потому что у тебя граната, которой ты не пользуешься, Вася. Про гранату забыл. Я думал, посмотрел, почему мне 3 армора дают за импов. Ну, ясно. Мои системы безопасности работают в двух нейросетях. С терминалами в этом случае... Я упаду, да. Сразу вижу 2 пауэрапа. Я падаю в комнату, большую комнату. Вижу 2 пауэрапа. Там будет замес, гарантированно. Это не сомневайтесь. Надо посмотреть. Так, армора находится на первом ярусе. Один пауэрап находится... В общем, они на разных уровнях, приблизительно в одном месте. Что мне нужно? Предметы эффективности пока оставим. Спас-бросок, конечно же, оставим. Изобилие боеприпасов можно поменять. На что? Но пока ты БФГ не подфармил, не стоит. Не, на армор надо пасывать. Или управляемость... Не, лучше армор. В жадном помещении.
Каждый конечный терминал защищен электрическим. Ну что, там у нас по... Да, площадь хорошая, то есть начинаем с рокета. Поехали. Гранаты не забывай. Неслась. Не сразу? Не сразу. Так, вижу первый пауэрап, вижу. Заряд для БФГ. Один. Сейчас я оббегаю этот левел. Ага, броня пока брать не буду. А почему нет? Потому что могла пригодиться на после сражения. Да, это если ты его выиграешь. Верно. Ага, это раз. А второй где? А, он второй два. О, это 4х, кажется, а это ускорение, что ли? Места очень много. А если по первому ярусу, то как? По первому ярусу не так много свободного места. Тебя тут могут зажать, ты сам можешь заплутать. Лучше, наверное, использовать внешний круг, а вниз идти только тогда, когда приспичит. Нет, нет, нет. Вниз идти вообще не стоит, наверное, потому что там хила нет, а здесь, по крайней мере, есть бафы. А, берсерк это. Берсерк это красный. Как можно до сих пор путать с усилением? Потому что не обращаю на я на это внимание. Можно. Зеленый инвул, красный берс. Понял. Фу, то есть бегаем по кругу, да? По кругу наводимся. Можно наверх еще. Сюда вот. Тут можно хорошо. Окей. Ладно, поехали. Думаю, что вопрос о нажатии кнопки. И исключительно. Эй, а где кнопка? Кнопка прямо по курсу. Да? Нет. Михаил, ну прекращай тупить-то, ну хватит уже. О, еще один заряд БФГ. Такая шуп-шуп. Нейронная частица защищена. Да, завтра, кстати, день рождения Doom, 23 года. Такое совпадение. Где-то, по идее, должна быть консолечка. А, вот, наверное. Вот он, рычаг. Отключите защитные переключатели. Один из двух. Что-то много их. Сразу на старте. Ладно, бегай и отстреливайся. Бегай, отстреливайся понемножку. Берсерк, естественно, пока не трать. Ага, вот это серьезно начало проявляться все. У меня уже, правда, ракет нет. Линка, черт, у меня начинает уже... Опа. Пробили мне всю броню. Опа. Зря полез. Не смогу отсюда не выйти просто. Хотя уже хочется добить еще. Не-не-не, нельзя вниз, наверх. Так, вижу броню. Возьму, пожалуй. Да ё-моё! Так, не уходи далеко от БФГ. Ой, в смысле БФГ. От пауэрапа. Потому что 100 хп — это вопрос одного выстрела.
Осматриваемся. Похоже, это последний из этого спауна. Но сейчас будет дополнительный, естественно. Мне кажется, уже пора первого паура брать. Но это не контрольная точка. Может, нужно найти второй выключатель? Вот он. Так, ну, нормально. Как-то даже мало, я бы сказал. Но сейчас можно точно паура брать. Потому что их два. Ой. Мои жизненно важные операционные системы теперь уязвимы. Сейчас бы грен. Рекомендую сначала уничтожить мою систему охлаждения. Это ускорит процесс пистолета. Грены бы помогли. Закидываем гренки. Блин, попал. Блин, сюда бы гренки. Сейчас хорошо было, да. Не-не-не-не, нет. Пауэрап! Твою налево. Попали. Я застрял еще. Куда ты идешь, Михаил? Давай. Неуязвимость. О, где? Вот. Настакиваем пока армор. Ой, хорошо. Пропала, но я нафармил себе хпшечку, нафармил себе армора. И помним про пауэрап второй. Помним про берсерком. Дробовик ты так любишь, Вась. Кто-то еще? Музыки нет, контрольная точка пока тоже. Ну ладно, вроде живем. Новые сообщения ниже, блин. Был армор, пропал армор. Да не, нормально, 65, хорошо. Ты, если ты не стреляешь садки, то писательно специально она на это ваншотит в голову. Кстати, да. Прокачать бас-брошок, чтобы две дубы в жизни было вместо одной. Очень хорошая штука. Но в той ситуации я не должен был вообще кого-то убивать во время спас-броска. Рун не забудь, поменяй, больше не будет спасения, да. Вместо рунки надо действительно поставить что-то. Это плохо, конечно. Плохо, плохо, плохо. Управляемость в воздухе. Наверное. Больше брони. Предмет снаряжения более эффективно. Вот когда три человека стоят, ты им гранату под ноги кидаешь, прекрасно же получается. Прекрасно. Особенно, когда ты неуязвим еще, хп не уменьшается и все. Так, бензопила с четырьмя зарядами маловато, конечно. Соберем немного патронов. Там внизу наверняка еще что-то было, но я не пойду. Пауэрап сзади. Очень важно, что у нас дальше? Ступень, не паникуйте. Еще один пауэрап. Аптечка, жетон. Надо перебиндить обычно на супер дробовик. Кстати, да. Двое хочу убить на супер дробовик. Тоже его надо было прокачать. Но его долго качать. 80 из 30 я не... Не делал как надо. Вообще нужно, конечно, гранатками.
Гранатку мне просто нужно высасывать хп. Я забываю про то, что даже на мелких, и нужно на мелких, тем более, восстанавливать себе армор. Пила слева. Вот, а прямо-то замес будет, скорее всего. Ну, может быть, когда мы из этой комнаты перейдем. Нет. Там. Там кто-то ходит. Чар, как будто бы кинь. Твою налево. Вот они. Да. Блин. Да ну вас нафиг. Там еще, кажется, один взрывоопасный и, кажется, один пес. Вот он. Карты. Я был наверху, упал, слава богу, что упал, потому что там бы меня в углу замочили точно. Хотя здесь тоже было весьма опасно. Коридоры. Назад, кажется, не вернуться, да? Ну, через шлюз. Да, через двери, видимо, надо. Опять же, брони нет. Доступ предоставлен. Давай, открывай уже. Я возвращаюсь или не совсем? Тебе нужно на ярус выше. На ярус выше комната, которая. Окей. Умер, что ли? Без взрыва даже умер. Так, вот здесь вот я был, да? Зашел сюда. Пилу взяли. Вот хил, который не нужен, но зато осмотримся. Ой, ребята! Если вы сталкиваетесь с экономической угрозой третьего уровня, очень важно сохранять спокойствие. Как и последовательные третьей ступени, не. Теперь надо вниз, к той двери синей. Получается, да? Тут же мы все взяли. Значит, падай вниз. Ну или спускайся. Ваша работа здесь имеет значение. Спускайся вот так. Карта. Смотрим, что у нас по карте. По карте мы падаем. Судя по всему, здесь пауэрап. Возможно, я упаду. Ну, то есть я вряд ли к этому пауэрапу вернусь, правильно? То есть мне его лучше сейчас взять. И, скорее всего, это мега... Ну, этот... 200-200. Это логично. Опа! Да брось! Как он выскочил, стрёмно. И ничего, на нем отожрались. Жетон. Вон, мега, да, мега. То есть я падаю, и, скорее всего, начинается. Есть, взяли. Не свались дальше. Что ты? О, хорошо, что это не... А если бы туда упал? Туда упал бы совсем. Блин, и тут
Давай, супер дробаш. Там секретка была сзади. Зачем? Зачем? Ты свалиться хочешь? Я не пойму. Зачем тебе вот тут... Ну, тут не свалишься никак. Оп! Изи. Зер говорит, я проклял это место 100 раз. Изначально температура протоплазменных контуров... Блин! Так, вижу... Вижу хилочку, вижу небольшое помещение без пауэрапов, но мне не зря сейчас мигу дали. Есть после этого помещения в конце второго пауэрап и армор, но оно очень большое, оно прям громадное. БФГ 3 заряда уже каким-то макаром получили. Патронов маловато, но пила на максимуме. Падаем. Попадите в холодильную камеру. Дверь закрыта раз, дверь можно открыть 2. Собираю пока патроны, потому что ну, их не хватает. Холодильная камера. Вы смотрите на единственную в мире систему охлаждения до абсолютного нуля. Так, давай-ка мы... На ее совершенствование ушли годы. Уничтожьте все 4 охлаждающих генератора. Они перестанут работать, мои главные системы начнут плавиться. А, это лифт, похоже, вообще. Что за кнопка-то? Да, вызвать лифт. Ну, видимо, это совсем назад. Да что ж... Смотрите, возможно, мне не стоит концентрироваться на убийстве врагов. Хотя я не знаю, по какому принципу они будут появляться. То есть, если у меня задача просто убить 4 штуки, вот они на карте отмечены желтенькими. Заходим налево 1, обратно направо 2, форсируем в другую часть и сюда. Но, возможно, мобы будут появляться после каждой из активаций. И если я начну форсировать и убивать... В смысле... Короче, не знаю, что делать. Ну, судя по всему, да, они появляются после того, как я каждый из... Возьму, да? Каждый из... Может, пока патроны поставить, Анлим? Да, давай пока патроны поставим, Анлим. Ну, вместо брони. И берем что-нибудь хорошее. На контроль и на этот. Помним про гранаты. Помним, Миха. Помним. Я готов уничтожать. Куда тыкать? А, на него запрыгнуть надо. Нет. А, все-таки побольше. Внимательно, ребят. Сокращайте дистанцию без необходимости. Сзади. Пробежался бы ты, а? Ёпта, РСП. Их много. Да, на опережение, скотина! Скоро брони не будет. Все, уже нет брони. Ай-яй-яй! Так, убили саммонера. Ставить надо рунку. Ставить надо рунку. Рунку на броне. Ой. Ой.
Ой! А потому что... Потому что надо смотреть налево, дебил. 89. 10 смертей осталось. Зачем я остановился-то вообще? Не останавливайся никогда. Ой, это да. Ой, это неожиданно прилетело. То есть я смотрю, он не стреляет, а слева мне прилетело. Так, внимательно тогда, еще разок. Бесконечные патроны - ересь. Потому что у тебя бензопила, и все и так хорошо. Гранату опять не кидал, дебил. Оставь как есть. Нет. Ну что, какая разница? Некоторое время-то ты побегаешь. Давай, нормально все будет. Работаем. Вот она. Да как, где, откуда? Так, Самонера увидели, да? Да как? Хорошо. Хорошая пушка. А случайно не вторая? Самонер сейчас спамит это дело все. Они поразительно... Не, я не слышу. Там же были боефекты. Или надо просто все-таки следующий уже убивать? Да-да-да. Самочувствие хорошо, спасибо. Может реально второй взрывать? А, я спас бросок не поставил. Да ладно. Нет, спас броска. Поставил спас бросок. Мне терзают смутные сомнения относительно того, что они продолжают появляться. Хотя вроде не с такой интенсивностью. Да, твою. Во втором все еще есть. Хватит. Да, они появляются, когда я подхожу к новой этой штуке. Я думаю, надо полномерно сначала зачистить все, что спавнится, когда я бегаю. О, выстрел из БФГ. А потом уже, собственно, вот эти вот штуки минусовать. Сзади еще один. А пока не разрушишься, будет появляться. Ясно. Так, ладно. Поехали к следующему. ОМГ, здесь бесконечный спаун. Ну кто же знал. Да ё-моё.
Где следующий-то? Так, за моей спиной выше надо прыгнуть. О! Ой. Ну сколько можно? Там чарли еще. Давай-ка, бегу. Еще один. Так, а где? Где пауэрап? Пауэрап прям по курсу. И там же этот разбивать надо. То есть мы спускаемся вниз, получается, да? Где-то здесь пауэрапы должны быть. Вот он. Надо убивать. Где мы? Ну где? Так, и надо поставить, чтобы появлялась броня. Но я не вижу. Ну! Вот тебе броня начали. Ключевое убить его и самонеров. Спасибо. Теперь вы можете пройти к моему ядру, чтобы завершить этот процесс. Или нет? Так, БФГ 3 заряда есть. Спас-бросок теперь дважды работает. Да? Докачал? Да. Собираю. Чё-то изи. Ну, постарайтесь, ребят. Пауэрап до конца. Спас-бросок, все дела. Я видел, где-то броня лежала. Я за ней как-то... А, вон. Сюда. Вон. Тридцаточку не лишнюю. Шардики тоже не лишние. Фух! Про гренки не забывай. Вот что говорить, что не говорить. Я еще один заряд БФГ. Про гранаты я забываю, как последний нубас. Мог бы спокойно на гранатах, опять же, отожраться тогда, когда... Когда легкий спаум был. То есть до того, как я активировал, уничтожил третью, четвертую хрень. Так, ладно, 56-58 брони. Не топ, конечно. Нам туда. Я бы еще разок пробежался. Ну, куда торопиться-то? Наверняка где-то здесь есть еще броня. Даже кусочками. I'm the doctor, говорит, первый раз на лайф попал. Да ладно. I'm the doctor. Что, как так-то вообще? Ты же вроде постоянно тут. Всем привет, друзья. Всем привет. Одна смерть. Одна смерть. Но апнули рунку на два спас-броска. Жизнь вроде есть. Патроны вроде тоже. Давай наверх забираться уже. Мне кажется, сюда. Exit. Эй! По трубе, видимо, только. Не, надо просто кнопку нажать. Шарды пропустил. Это вполне вероятно. Сейчас. Поезд доставит вас ко входу. Поезд. Вот сейчас, сейчас будет жесть. Мне рассказывали про поезд. Эксперт Зерк мне рассказывал про поезд. Про то, что здесь жара вообще. Ёпресоте. Сейчас, погодите, подождите. Я кое-что еще проверю вот здесь вот. А, нет, здесь я был, да? У меня как будто не исследована здесь карта. Будет мясо. Главное, помню про нулевой ход. Ой, поезд.
Ну, заряды БФГ есть, ХП какие-никакие есть. Мне, естественно, стрёмно, потому что столько... 10 смертей даже на финального босса, это как бы это копье. То есть Виктор эксперт, он, ему 100 траев не хватило. А Бобру придется отдуваться. Естественно, Виктор не собирал там апы какие-то, еще что-то. Короче. Мне скорее поможет... О, туретка, кстати, может помочь. И чего? Вы предлагаете мне прыгать вниз? А может как-то кнопку нажать? Что если я промахнусь? Донаты на бас. Ой-ой-ой-ой-ой. А что же мне не зачитался-то? Ой, кажется, начал лагать. А нет, это браузер мне подлагивает. IDDQD он перевел 1500 рублей. И сообщает, сейчас скажет. Майкер, привет, спасибо за стрим Думчика, покажи сердечко. Поддержка от Сфорп на 250 рублей. Бобер, не болей, удачи с завершением игры, спасибо тебе. Ребят, мне прыгать, что ли? А, ты убавил звук, и все пропало. Да вроде как в прошлый раз он на таком же левеле был. Ну ладно, давайте сделаю в два раза больше. Что? Ну мне, судя по зеленой хрени, именно туда. На поезд. И он поехал сразу. Я тут как на ладони. Чтобы получить доступ к моему ядру, вам необходимо устранить демоническую угрозу в комнате перед вами. Да ладно. Пока ничего. Не, давай так. Работаем. Зачем я это сделал? Зачем я БФГ слил на старте? Кто знает? Ёшки-матрёшки. Да как? Так, гранат не забывай. Опа! Инту еще заряд. А я могу здесь спускаться вниз? О-о-о-о-о! Заряд для БФГ. Армор. Зачем тут БФГ вообще есть? Ну хотя заряды не есть. Ой, папандос. Меня и попал верхний. Ой. Твою налево. Стрейфуйся. Смотри. Ой. Забирайся наверх, раз он внизу. А там псы уже пошли. Ай-яй-яй-яй. Застрял! Это маловато. И тут уже... Короче, надо кайтить это все дело, откидываться гранатами под... За-за-за-за-за. Еще один выстрел БФГ. Что-то мне их много дают. Хорош! Ох. Куда ты зажался, Василий? О, псы опять. Ой-ой-ой. Все, попали. Сейчас, кажется, будет оно. Еще гранату в самую кучу. Нет, там еще... Под ногами хрень. Ай-яй-яй-яй-яй, вернулся. Их что-то меньше не становится, нифига.
Выстрел с БСГ. Навиш. Вижу. Иди сюда, упырь. Ай. Хорош! Хорош! Там пауэрап наверху. Пора, кажись, брать. Да, пора брать. Так, запрыгни до него. Там, кажется, плюха от импа была. Чё ты бензопилу в неё взял? Ну, сейчас хоть гранату её взял, молодец. Красиво сбили. Да-да-да. Чтобы получить доступ так, к моему ядру, сейчас не будем... вам необходимо устранить демоническую угрозу в комнате перед вами. Не будем экономить, короче. Помни. А, там сразу исчадие эти. Бароны тут. Да ладно! Жесть какая-то, не? А пилу не хочешь лизнуть? О, попали! Не, давай-ка... Я пошла. Ой, еще барон. Пилу юзай! Не надо брать этот. Надо брать где-то. Короче, к пауэрапу надо уже идти. Это грязь, а не место. Ой, там наверху капец, он застрял! Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин! Нормально, живем. Ну, конечно, ты не допрыгнешь до туда. Не-не-не-не-не-не-нет! Нет! Твою мать! Все, я сейчас буду. 15 хитов, я в жопе мира просто. Да, по мне не даже. Хотя второй раз там. Так, так. Да, сучок! Бери, бери. Взял. Что, ускорение? Так себе. Кто рядом? Им, скотина. Ну, ясно. Ну ясно. Вы издеваетесь. Нет. Вверх. Так, стоп, рунка у меня, надо на армор брать. Она на армор и есть. Твоя. Их очень много, ребят, их очень много, прям вот очень много. Прям очень много. Самунер еще пришла.
Минус. Ну нет! БФГ, БФГ, БФГ. Тут это нет. Нет, там ракеты еще сзади. О, там новые. Нет, 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 нет. Да это забей просто. Да я же... Как пес не умер от БФГ? 91-я смерть, пацан. 91-я. И как бы просвета не видно. У тебя 3 выстрела из БРГ, еще 2 на карте. Куда ты? Да-да, вот выстрел из БФГ. Руну на хилку. Спас бросок. Мобильность в полете. Не-не-не, все стоит. Чтобы надо получить доступ к моему ядру, вам необходимо устранить. Ладно, я начну с выстрела из БФГ, потому что там два исчадия ада. Вон они. Я не хочу тут. И сразу. И подчеркивание активировал премиум на ваш канал. Конечно. Конечно, получится. Помню про пауэрап. Импов много. Уже мешает. Так, держись по возможности рядом с пауэрапом. По крайней мере, не на первом ярусе. Так, помни про гонзопилу. Блин, импы такие вообще. Доедливые. Ай! Нет! Все. Пожалуй, возьму, попробую взять эту хрень, если получится, конечно. Да твою мать! Да я тебя ненавижу, блин! Как? А, я понял тебя. А сейчас ты что? А сейчас нам все равно надо, блин. Ясно. Куда я полез? Ох, твори добро! Не застрял, блин! Собаки! Короче, собрался. Фух, до пауэрапа не допрыгиваешь, да? 7 смертей. И все, еще этот FPS просаживается. Перезапускаю Doom. Есть возможность. Так, значит, что ты делаешь? Правильно, гранаты.
До пауэрапа прыгаешь не оттуда, а с верхней площадки. На верхней площадке всегда есть пара леммингов. Я запомню, до пауэрапа нужно только с одной стороны запрыгивать. Да, я уже понял. БФГ было, пару выстрелов было. Можно было в конце тоже его сделать, конечно. Что лучше, 8 с армора забитого или 15 с моба с грены? Так одно другому не мешает. И ты, как правило, гранату кидаешь без обязательств. То есть ты не ввязываешься в добивание и... То есть ты кидаешь гранату и побежал дальше. Откидываешь ты ее просто. Тебе там капает, капает, капает. Ладно, в общем. Рокет. На старте семерочка. Гранаты по КД. БФГ в сложных ситуациях. Осталось 7 смертей, 7 попыток. 7 попыток, Карл. 7. Это еще финального босса нет. Не, озвучка не работает. Не работает. Обновил страницу. Ладно, собрались, ребят. Собрались. Начну с БФГ по двум баронам. Рокет, все аккуратно. Гранаты нон-стоп. Резать импов желательно. Для патронов. Больших мобов сразу бензопилой. Да большие особо не, ну короче, да, посмотрим. Собрались. Чтобы получить доступ к моему ядру, вам необходимо устранить демоническую угрозу в комнате перед вами. Так, этих демонов убили. Заряд для БФГ беру. Да кто? Ой, ты ёшки-матрёшки уже! Ну все. Хорошо, восстанавливаемся. Да ты не застревай, скотина! Сзади. Пауэрап. Ах, нет, как далеко. Успел. Ох ты ж ёжик! Грязь.
Да кто он вообще, этот имп дикий? Просто дикий! Пышечка, хубышечка! Ну не, ну да. Кто? А, это друг, подруга это. Сам он. Да как? Я понял. Что еще же BFD, ладно. Хреново, конечно, получилось. И там еще этот демон. О! Ладно, давай так. Тут патроны заканчиваются. А тут материала, блин. Ну ясно. Нет. 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 Да. Нет. Патроны, патроны, блин. Да как, откуда, блин? Нет. Да как ты твори? Добро. Нет, твою мать! Ну как так-то? Я сейчас сдохну, блин. Откуда? Ну, ясно. Там два пса и этот огромный вон. Вижу. Где он? Так, не торопись. Вон он. Ой. Так, остался один большой и пес. Закидать гранатами, нафармить их, блин. Сучек. Извините, извините. Где? Это не похоже на псов. Это похоже на того. А, вижу. Раз. Раз. Ну да, два.
отмажу. Нет! Да ё-моё! Еще появляются! Ну, блин, не застревай, скотина тупая! Чекпоинт! Все стихло. Ух. Ой. Что-то изи, говорят эксперты, блин. Так, три заряда БФГ есть. Сейчас продолжение, видимо, поезд дальше идет. О, дальше жетон и ХП. Ну, если я найду зомбаря, а он там может тусить. Патроны. Броня везде мелкая валяется. Так вообще да, но ты видишь сейчас? Ни одной брони уже. Уже все собрано. А, вон есть. В уголку. В уголке. Шестерочка. Ой, ну это было близко. Это было очень близко. Осталось 7 попыток, а там впереди еще путь. А... Еще будет бой подобный этому. Еще шестерочка. На втором ярусе, куда я не забегал никогда. Вот здесь вот, вот еще. Конечно, лучше леммингов где-нибудь найти и на них сделать 150. 200-то сделаем. А, он наверху еще, может быть, я что-то оставил. Я там редко был, пробегал мимо. Так, три заряда БФГ. Хилка. Чекпоинт, ребят, чекпоинт. Очко улучшения оружия, но для чего? Я не буду менять шквальный. Можно ракетки сделать, кстати. Так, был еще жетон где-то, да? О, вот, может там не только жетон, может там еще будет броня какая-нибудь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я не поеду туда, извиняй. Так, надо спуститься вниз, а если... Сюда можно упасть? Отлично. Просто здесь может быть не только жетончик, но и там от броня какая-нибудь. Не знаю. Патроны вот опять же. Пригодятся. Музыка пошла. Собрался. Так, стоп, у меня заряды. Кто-нибудь помнит? У меня заряды по сейву, по антисмерти. Они как? Ты не добиваешь никого. Почти рун на гринке нужна. Хилится намного больше, плюс мобы в идеале. А давайте попробуем. Если массы, то, конечно, гренка лучше. О, эффективность, мощность снаряжения. Вот она, грейджерная штука. Ноль, оба были.
Да, я, естественно, меняю спас-бросок. Ничего брать. А, можно боеприпасы, кстати. Вот, пока качнуть их. Вдруг БФГ подфармим. Поехали. Я теряю способности к запоминанию. Контроль над нейрофункциями минимален. Давай. Собрались? Когда ядро Веги будет уничтожено, вас затянет обратно в ад. Точка прибытия рядом с колодцем. Заблокируйте его энергию с помощью горнила. Так, давай о уровне что-нибудь до того, как приехали. Все капец какое линейное, поэтому... И тогда адский портал на Марсе закроется. Выйдем напрямую, но с другой стороны тут и БФГ по прямой всегда должна лететь и убивать. Да, адские отродья бросят против вас все силы. Но вам ведь именно это и нужно, не так ли? Да. Так, ну что ж, с нейропроцессором перегрузить ядро. Вообще никого пока нет. Раз. Удачи, братан. Да к черту тебя. Удачу. Какая удача? Два. Брони вообще не завезли. Что, ничего не оружие? Засуньте это. Три. Процесс завершен. Начать разрушение ядра. Резервная копия? Мне очень жаль, доктор Хайден. Бэкапчик стырили. Сделали и стырили. Конец миссии! То есть сейчас последняя миссия, да? Да, и соберись посерьезнее. Играй, ты расслабился после того, как тебя перестали убивать. Да. Уничтожив Вегу, вы открыли портал в самое сердце преисподней. Теперь вам надо найти источник энергии. Ок, колодец. Горнило поможет вам поглотить мощь колодца и запечатать ее навсегда. Такая грязь. Такая грязь. Колодец. Сейчас будет ад, Михаил, я понял. В буквальном смысле мы сейчас в аду окажемся. Ё-моё! Ой, там такая грязь непонятная. Что за синяя штука? Ладно. Так, ты все можешь, ты все умеешь. Ни хрена ты не можешь, ни черта ты не умеешь. Кого ты обманываешь? Ну бас, 7 смертей. Финального босса еще не видел. В глаза, блин. О, хпшечка. Не, я туда не пойду. У меня тут хоп. Два армора. Здравствуйте. Колодец, колодец. Мне не хочется никуда идти. Я бы... Да ладно, все нормально будет. Внимательно смотри на мини-карту. Ты вот выходишь. Чекпоинт. Да ты что? И прям вот туда? Что ты делаешь? Опа, 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 опа. Шары. Не навестись ведь, а? Я докину, может? Вообще докинул. Может быть, я слишком далеко.
Так, давай. Там импы сражаются с глазом. Глаз, естественно, одерживает победу. Мы помогаем импам. Импы наши друзья. Нифига себе, вряд ли. Это вообще заряжает вовсю. Так, хорошо, я туда прилечу, и что дальше? Ну, на месте разберешься. Пауэрап сразу же по центру вон лежит. То есть там будет замес. Готовься. Работаем. Вижу упыря. Собрали с упыря немножко брони. Вижу портал. Синий-красный. Осматриваемся. Осторожно. Внимательно. Проверяем, куда ведет портал. Воу-воу-воу! Охренел, что ли? И пошел замес. Тихо, ребят. Ой, увидел. Ой, хорошо, самонера как... Давай-ка БФГшечку сюда. Спасибо. Где? Ой, я фуловый почти. Ой, вот это плохо. Там был второй еще. Молодец. Неплохо. Закидывай. Делай. Успел. Уловы вообще! 150 сейчас было как... Уже нет. Не расслабляйся. Работаем. Ой, молодец, как раскаячено. А, как раскаячено. По-царски межган. Ой, плохо. Ой, понял. Помни про пауэрап. Ой, давай БФГ еще раз. За пауэрапом. И хватит. Берсеркер. Работаем. Так, давай-ка поставим рунку на броню. Где? 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 Я слышу, там стрельба идет. Имп несчастный? Ты издеваешься. Ну? Все? Ну, царь. Мне кажется, это было царски. Только хвалишь, пропускаешь удары. Да, надо за этим завязывать. Ну как мы там с этим состаном устроили? Переключение, хдыщ, хдыщ. Гренки кидаем, все. Убиваем дальше, надо идти уже. Но торопиться не стоит. Это последняя миссия, ребят. Поторопиться лучше, опять же, по возможности осмотреться, пособирать там броню. Там какая-то хрень по центру виднеется. Ой, вижу броню слева. Том. Импы, судя по звуку. Или прослезем броню.
косты зомбарей. Очень хорошо. Так а почему он не высасывает, алё? Я, видимо, далеко. Это колодец, говорят. Вот к этой штуке надо найти рубильник, потому что там явно, ну, там лежит броня. Да, нужно близко находиться, чтобы эффективно высасывать. Так, где-то здесь есть рычаг. Ну, или внизу, поблизости. Ой, согнал. Давай так. Нет, все равно не высасывает, алло. Не понял. У тебя просто 200. Армор-то. Предмет снаряжения должен становиться эффективнее. Есть. Не пойму. Что это такое? Ребятушки, нас предали. Как такое? Есть? Зверски убить надо? Не, нет, нет. Нечего высасывать? Да нет, вы что? Предмет снаряжения, мэйби это не демон. Зависит от типа противника, так на них всегда действовал. На мелких же действовал. Ладно, давай ручками тогда. Еще два метра для пистов. Невероятно. Так, я про пистов все-таки броню. Когда упаду, что? Да пока ничего. Судя по урапам, дальше будет битва. Раз, два, три. Пока ничего. Что, может мне тогда пушку Гаусса качнуть? Сколько нужно убить? 7 раз еще. Троих. Раз убить троих. А, вот, пожалуйста, кнопка. Может быть, она откроет дверь сверху. Останется только забраться, а забраться можно вот по этой штуке. Я Михаил. Молодец. Вот. О, выстрел для БФГ. А как же броня? А броня дальше и левее. Выстрел БФГ я тоже отказываться не буду. Может, тебе реально супер дробаш поставить? Его, во-первых, и прокачать проще. Там осталось буквально, да, 22 выстрела. Лучше Гаусса. Да, надо народу как-то... Есть. Есть. Когда я смогу передвигаться? Блин, этих хитрей только двое. Перепроверил, действует, не действует, не действует. Так, а здесь броня, да? Здесь броня. Не факт, что он... Может... А дальше вообще могу? Могу. Ой, ребята, почему вас не трое, а? Ну, давай так тогда. Не, лучше просто убивать. Так я, по крайней мере, себе еще брони папну. Итак, куда идем? Справа ценного ничего нет. Слева есть, поэтому идем налево. Не торопись. Помню про гранаты, помню про парализацию. Вот он, армор. Хорошо. Провал. Все как-то пошло. И здесь еще нафейлил.
как они живут? Ну, вот и вся твоя броня, Михаил. Что-то не то, Грень не, не давали брони. Давали. А, в смысле, сейчас не давали брони? Может быть, да. Что-то сломалось, ребят. Не туда, судя по всему. Черепки еще бесят. Так, вижу дальше пауэрап, сзади инфу пропустил, но на инфу плевать. Не туда. Ой. А. Хорошо. Какой-то ад. Да, броню не дают. Броню не дают. За гранату. Как так? Почему? Давали же. Давали же. Улучшение предметов, снаряги есть. Может, даю только за тех, у кого есть броня у сам... у... Может, перезапуститься. А, броню даю, если фулл ХП. Что-то я опять туплю, да. Действительно, только после фулл ХП. И не на всех мобах получается. Потому что... Были мы фулл ХП. Так, мне сюда вообще нужно. Да ладно, пофиг. Соберись. Смертей крайне мало. В запасе, умирать нельзя ни в коем случае. А у меня рунка-то вообще... Рунка закончилась после прошлого раза. Так, ракетница есть. Чекпоинт. Ой, смотрите, сейчас замес будет. Пауэрап на втором ярусе. И учитывая то, что у меня нет с... Руна не сработает. Мне нужно туда... Там, во-первых, рядом находиться с... Ой. Так, вот он, пауэрап. Это, кажется, все-таки 4x. 4x damage. Сразу его брать нельзя. Ни в коем случае. Запрыгнуть я могу с любого из этого, из этих штук. Тут все на открытом пространстве, поэтому, может быть, стоит... Может, стоит BFG юзнуть.
С богом, с богом. Вижу броню. Я пошел экшен. Пока импы, не только импы. Уже. Нет. Хорошо. Патроны взяли. Ай. Да. Помню про пауэрап. Который здесь пойдет. Я не отожрался на мелочь. Я уже почти полностью отожрался. Хорошо. Я пропустил. Да твою налево. Ой. Уже какой демон. Ой. Быстро пауэрап. Пауэрап невидимой хрени. Беги. Есть. Четырехкратный урон сейчас закончится. А сейчас начнется самое жесткое, чувствую. Ну потому что псы невидимые, это только. Ой, как меня импы кормят. Ой. Да блин! Плохо. Боеприпасов нет. Какая музыка. Пилу, помни про пилу. Про БФГ. Есть контрольная точка. У-ху-ху, с первого трая.
БФГ и ГГ. Да, нет. И так справились с чем. Фух. О, жара. Я вот хочу сейчас дверь открыть, потому что просто как в аду. Просто как в аду. Последний уровень, последний босс. Осталось 7 смертей. Возьми хоп, фул хп и броню. Да, ну, будем искать. Собираем патроны. Жесть. Под квадом стрельцы с раскладкой. Да. Там, конечно, урон такой заходил. Жесткий. Вот так вот. Там сплэш хороший, 4-кратный урон. Там разносится с одного. О! Патроны для БФГ. Замаскированные под. Под огонечки. Наверху смотри карту. Вот тут есть баф. Возможно, это как раз мега и есть. Потому что дальше явно замес. То есть мне нужно найти, каким образом, вот прямо где-то. Видимо, за телепортом. Если мы телепорт отпрыгнем. Да твоя. Такая жара, такой драйвовый, конечно, экшен. Просто класс. Я очень благодарен нашему безумному дизайнеру, что он меня подсадил на... Спас бросок. Но спас броска у меня сейчас нет. Так, отсюда не запрыгнуть. Может, с этой? Она не жарит вроде. Да, ё-моё. С огонька вроде ближе всего, но... Джампа с этой штукой. Я не знаю, насколько это реально, но она с отдачей. Конечно. Мигу надо раньше было брать. То есть можно... А, вот отсюда туда. А могу ли я вернуться... сюда, видимо, не могу. Блин, мигу так хочется. Мига же, она такая замечательная. Рокет-джамп. Мига же не попалась. Красиво. Не, рокет-джамп не работает. Да ладно. То есть ты даже сюда забраться не можешь, да? Тоже на том. Может, до этого если ты смотришь. Не цепляется он. Да, он даже не хочет цепляться. Попробуем аккуратненько. О! Ну, блин! А он просто не цепляется. Там такой, типа, уступ, который... Рядом с порталом справа есть скала. Сначала на нее, потом двойным прыжком. Вот отсюда вот имеешь. С этой скалы ты как раз спадаешь. Хотя нет. Спасибо. Двести. Главное не растерять эти 200-200. Может поставить пока бесконечные патроны. Да. Это из ящика вообще с боеприпасами.
Едем дальше, пацаны. Так стрёмно. Так стрёмно. Такое впечатление, что можно и туда. Нужно, видимо, найти... Во-первых, здесь дверь закрытая. А за дверью какой-то закуток. То есть нужно найти... А, мне же вообще показывают, куда... Жмем. Не, какой жмем? Это я назад возвращаюсь. Нет? Не похоже. Не, не назад. А почему я нажать тогда не могу на это? Как? На это почему не могу? Крайне странно. Ребята, а, это первые из... Ну, короче, там три товарища, которые каким-то макаром... Это души призраков, надо их успокоить. Узбагойзе! Успокоил. Радикальненько. Так, Михаил, не теряй армор. Не теряй, гранаты также. Так, показал. Видимо, там открылся проход вот этот вот теперь. Попробую все-таки на эту кнопку нажать. И кто-то у нас урчит, слышите? Ой. Кто урчит? Показалось? Видимо, направо он. Открылась дверь. Ой, череп еще наверх. Ну, это очевидное место. Хотя нет. Чекпоинт вообще на череп. Я тогда зайду в эту дверь. Смотрим, вдруг тут что есть. Ну, кровь тут. Длинная пещера. Заряд для БФГ? Да. А я фуловый. Наверное, типа сюда. Пока и музыка не играет, не стремайся. Да. Такая грязь! Такая грязь! Ну, смотрите, тут бегать, прыгать. Ай, ну, конечно. Конечно, я получил сразу. Вижу заряд БФГ. Тихо. Да ты я... Да его еще хрен увидишь на таких стенках. Все, минус. Ой, цель наверху. Секретка есть, пауэрап рядышком. Такая жара. Очень эпично. Очень, конечно. Ну, я вот эту пушку не хочу здесь использовать. Ой, вижу. Вот там у нас бегает один упырь. Отстрелили. Я хочу вот с троечкой, то есть постоянно... Вернись назад, возьми броню. Нет, нет. Не надо ничего брать. Готовы? А я не готов. С Богом. Как ты, скотина, выжил еще ж. Хорошо. Надо уходить отсюда. Там уже... Так, я...
пока у нас бесконечные патроны, обузим эту тему. Ой. Так, сбиваем энтер. Ах ты скотина! Все, уже не бесконечные. И это начало, как бы то. Это только начало, друзья. Тут появляется новый. Power Up Vision. Этот Коко-демон. Не тот Коко-демон. Все, уже брони нет. А! Бою налево. Ну все, ГГ-шечка сейчас будет. Ой, блин. ДФГ-шечка, а не ДГ-шечка. Давай, как раз. Возможно, второй раз. И на пауэрап. Понятно. Вижу пауэрапа. Хорош. Берсерк. Иду! Не забывай кидать эти. А, я не могу кидать эти. Гренки из такого я не могу кидать. Да ты попади-то, скотина, блин! Я видел наверху там этот. Почему? 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 А я вспомню про это. Останавливаюсь на месте. Блин, не нравится мне эта пушка, она медленная, как... Да как попал-то? Ну кто же попал? Держись, мужган, держись. Помни про БФГ. Помни про то, что надо. Максимальных, максимальных. Опускать по ХП. Ну, когда? О. Кто там? Да, нет. Хорошо. Так, брони у нас так и Вася. На ком угодно. А на этом? Нет. Да, он один, но он... У нас так, аккуратненько, аккуратненько, не торопись. Так, хорошо. Ох, это, кажется... Кажется, последний в этой комнате. Так. Так. Тихо. Упырь. Так. 111. Абузер. Знаток механики.
125, он правда слинял наверх. Очень наверх. Так, улучшены руны, богатые богатеют. А что там? Руны богатые богатеют. А, заполните шкалу брони до максимума. Все, Крис. Нет. Еще один. Бесконечные патроны тащит. Дай, попал! Высосали. Так, ну чё, кто будет еще? Все, вроде. Ха-ха, 150 на 200 с первого трая. Третья комната уже. Это ли не лак? БМГ одного заряда не хватает. Ой, там кто-то топает еще все-таки. А, вижу. Нет, давай так. Вау! Не-не-не-не-не, это не все. Там еще этот демон. А, блин, не тот и выбирает. Осматриваемся, вижу пауэрап, и это явно мега, потому что находится она в нычке, а вот здесь вот замес будет. Ну, тут слишком мало места для... Жесть, какая жесть! Как мы бегали, как заяц, как я там скакал, скакал! Здесь, похоже, секретка. Да. Секретки весьма условны, но тем не менее. О, заряд для БФГ, много патронов. Я фуловый абсолютно. Ну, только 200 нужно с мигой забрать. Ой, с богом, ребят. Не расслабляйся, 7 смертей. Я же еще финального босса буду убивать, черт знает сколько. Но для начала дойди до него без проблем. Блин, я только заметил, что сижу на кресле и пытаюсь увернуться от фаерболов. Да-да. Понимаю тебя. Фух. Так. Вот еще один черепок, типа проход вперед. Прям там мига будет. Не совсем. Не, ну как не совсем, откуда ты знаешь? Вот здесь и будет мига. Да, вот у нас слева один будет. А за этой дверью. За этой дверью. Я пропустил. Пропустил где-то здесь. Ну ради 50 брони я напрягусь. Я посмотрю. Хотя, может, и не стоит. 50 брони, это там два выстрела у меня. Даже один выстрел. Стоит потратить улучшение оружия на что-нибудь? Ну, можно, конечно, но нет. Я прокачал все, чем пользуюсь, даже больше. Не забудь поменять руны, когда потеряешь. Да-да-да. 100 смертей по условию, а не 99 же. Ну, вообще, да, на 101 по идее. То есть, если я последний, мы же начинаем с нуля, первый раз умирают единица, соответственно. То есть, 100 смертей, это будет действительно 100 смертей. Так что, может быть, у меня даже 8, если это 92 сейчас, а не 93. 92, тогда у меня получается 8, если я не ошибаюсь. Хотя там мнения расходятся.
Хотя 7 трайв осталось, 50 брони может решить. Согласен. Согласен. Может там что-то нет. Может там что-то так скажут, так умрут. Я-то человек простой. Можно машню? Машню. В прошлый раз рубильник был здесь. В этот раз нифига. Он должен быть где-то не очень вместе. Но поблизости. То есть, может быть, на первом ярусе где-то. Или при входе в один из порталов. Или вон там, например. Хрен нас два. Но после сотой смерти, если не умрешь и пройдешь игру. А, ну да, все верно. То есть, как только я ввожу 100, смерть 101, это уже все. То есть, если умираю на сотой, это ГГ. Ай, ладно, не буду. Не буду искать 50 брони. Патроны еще могут быть. Один, ладно, вот 110. А, вон, вот там вот может быть. Если я, например, отсюда попробую запрыгнуть туда. Не цепляется. Туда я не хочу, могу сорваться. Там от БФГ заряд шумит. Мне не нужно это тогда, получается. Короче, забейте, ребят. Забейте, все нормально. Просто внимательно действуй. Внимательно, привнимательно. Вот он. Да, мега заряд. 200-200. Еще ачивочка какая-то, типа... Найди белый... Ага, открыть, да. Убейте 25 демонов. Big цензура ган, смотрите. Big цензура ган. Big fucking gun. Почему... Ладно, стойте смертно, убейте двух баронов ада одним выстрелом. Офигеть, вы там челлендж мутите. Аккуратно. Ой-ой-ой. Короче, я захожу, и тут замес. Судя по всему, последний третий на этой карте. Ну, потому что мне нужно убить двух призраков. Да, чекпоинт. Здравствуйте. Не теряй хп, не умирай. Руну поменяешь, как только у тебя меньше 100 брони будет. Так, вижу врагов. Раз. Ваншотает. Просто ваншотает. Ну ясно. Такой пулемет, ну, надо брать вот такой. Он перегревается. Итак, что мы видим? Мы видим полный хаос. Точно нужно боевгушечку хотя бы одну потратить, потому что практика показала, что 1-2 заряда здесь где-то поблизости находятся. Помню про бензопилу, помню про бесконечные патроны. Твою налево, я не хочу. Ладно, как можно бегать? Бегать нужно быстро. Причем, скорее всего, можно сигануть вон туда будет. И наверху там броня, и ты там можешь переждать какое-то время. Вообще туда можно сразу идти, давайте. Да, отличный план был у тебя, Михаил. Только ты опять все похерил. Ты не допрыгнешь, что будет. Сверху.
валить отсюда. Там справа еще один, по-моему. Нет! Хорошо. Да блин! Все, патроны закончились. Бесконечно. Может, ты тогда... Ой! Может, ты рунку поменяешь? Мобильность в полете, давай. Ой! Влетел в меня. Это тупой. Боеприпасов. О! Так, быстро беги, беги. Нет! Ставим руну на... Не умирай, не умирай, Миша, не умирай. Уворачивайся от всего, что только может быть. Ну, поехали. Да, там рунка есть, я в курсе. Чёртовы люди. Такие они юркие. Как боеприпасов нет? What? Я убрал руну. Дебила кусок. Ну все, теперь держись. Так, все, уже нет. Режем. Армора нет. Все. Опять армора нет. Ужас, если да. Бесконечных патронов нет. Вижу винта. Есть бесконечный. Нет. Опять я залез, черт знает куда, блин. Помню про пауэрап. Нет.
Ох, твою налево. Нет. Я же стан делал. Это такая грязь. Чёртовы импы. И главное, ты... Хрен соберешь еще тут. Опа. Блин, пробил, скотина! Видишь. Кто там? Кто-то там. Да ё-моё! Твою налево, ну! Пауэрап. Пауэрап давай. Точно? Нет, не точно. Два несчастных импа, Вася. Плюс у тебя пассивка есть. Я вижу. Еще один. Нет спас-броска. Как нет пассивки? Что я делаю? Что я делаю? Капец! Как можно было сейчас? Я в шоке, дорогая редакция. Ой-ой-ой! А вот сейчас уже начнется жара, блин. Как бы до этого ничего не было. Судя по всему. О-о-о. Может, за рункой, а? Пора уже, Михаил. Ну, вообще пора. Работаем. Ой, как броня сразу лапается, а? Кто? О! О! Все в красный. Ой-ой-ой! БФГ! Квадслит, говорит Михас. Какой квадслит? Квадслит. Сам ты слит. На прем подпишись. Польза будет хоть. Жесть. Какая жесть. Слушайте, реально, может быть, уже только босс остался? Это ж последний третий призрак. Блин, надо на ютубчик идти смотреть тактику против боссов. О. О. Если он эксперта не против, если он не запретит мне вдруг. Он может. Ой. Можем
голосование провести, смотреть или не смотреть. Помню про Рону спас броска. Да, она еще работает. Ой. Запрещено, говорит Димасик. Я у тебя не спрашивал, но бас. БФГ нет на карте. Похоже, что... Ну там вот, может быть, вот здесь вот. Там и броня, и патроны, как обычно. Думаю, что здесь есть. Да, о-о-о. 200 на 60. Так себе, конечно, штука. Ладно, поехали. Ну, успокойся, душа, призрака. Три из трех, ребят. Три из трех. Стой, говорит Локи. А, он эксперт сказал голосовалка. Ну, я знаю, за что проголосуют наши. Они проголосуют за то, чтобы я страдал до конца. Блин. Капец. Гранаты на хил я, пожалуй, возьму. Вряд ли на него будет действовать оглушение, потому что на прошлых боссов не действовало. Нужно брать что-нибудь вот подобное. Пулеметы, рельсу, рокеты, возможно. Супер-дробаш, если бы... Нет, вряд ли я на ближней дистанции буду. Ну чё, голосовалку кто-нибудь создаст? Нечестно что-то. О, блин, дошли. Гоу без ютуба, но добавим трайв. Ну да, понятно. Ой. Где голосовалка-то? Создайте, пожалуйста, голосовалку. Иди уже на босса. Сам иди на босса. Вон он туда. Можешь вернуться за патроном БФГ. Кстати, хорошая тема. Думаю, что нет. Вот этот. Как высоко. Ну, чего там? Смотреть ютаб. Я против проголосую, конечно. Не смотреть, да? Большинство за не смотреть. Минус косарь, короче. Понятно. Смотри репу без этого буфа. Я вас так ненавижу. Ладно. Ой, с Богом. А это босс сразу, да? Так много мне обещали. Так, давайте пулеметик. Ой. Смотрим за движениями внимательно, стараемся жить как можно дольше. Гранаты кидаем по КД. Ребята, работаем, работаем! Уходи, бобер, где спрятаться можно? Ой-ой-ой. 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 Паукан. Руки, две руки, четыре ноги. Твою налево. Опа, так. Так, давай БФГ сразу. Да что ж ты делаешь-то? Не то! Так, появляются эти. Что он делает? Ой-не-не-не. Опа, 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 опа. Да как? Короче, нельзя попадать по этой штуке.
Ой, жесть. Ага, да, понятно. Уже все, уже все, уже меня отминуснули. И второй уже. А почему я... Надо держаться, видимо, этих. Да как? А-а-а! Понятно, то есть первый ты перепрыгиваешь, второй ты пригинаешься. Первая смерть. Короче, что мы помним про босса? Что мы помним? Значит, когда огонечки летят, это не очень страшно. Они видны, они медленные, от них можно увернуться. Лазеры наносят дофига. И они работают очень хорошо на ближней дистанции. Но если мы будем на дальней дистанции, то от первого лазера ты перепрыгиваешь, второй ты пригинаешься. В мозг ему бахает, говорит, мозг, бей в мозг. В кору головного. Я понял, значит, делаю БФГ сразу, семерочка переключаю, стреляю четко по мозгу. Ой, твою... Зачем там уступы? Не знаю. Прятаться за ними можно, но они как-то уходят еще периодически. Ой, сразу, да? Давай, ладно. Раз. Так. Вот оно. И пригинулся. Хорошо. Давай еще БФГ. Во. Что он топает? Не, не то. Гранат кинь. Что это за лазер? Че гранатки? Это что такое? Ой, на земле что-то. Мало боеприпасов, понятно. Да. Не-не-не. Какой дробаш, Вася? Ой, электризуется! Все, вроде упало. Опять электризуется. Что это? Как? Она электризует штуки эти. Короче, она энергию передает в эти. Блин, что вообще не алё. Вторая пассивка уже сработала, сейчас бы я умер. Нет! Ой, два столба на одном пике, точёные на другом. Короче, шипы на колоннах. А, там шипы были, понятно. А, БФГ станет, он патроны выкидывает. То есть с БФГ лучше не начинать, я понял. Там всегда БФГ патрон появляется, плюс ее станет. Может сразу с БФГ начать, наоборот. Давай, с БФГ. Да, БФГ появляется. Давай БФГ стрелять тогда. Ой, это плохо. БФГ не попал, до свидания. Ой, ой,
Что ты делаешь? Электризуется. Ой, вблизи вообще лучше не подходить. Оп, увернулся. Ну куда ты? Почему ты, блин? БФГ есть? Есть. Тут хилочку собираем. Еще разок. Ой-ой-ой! Ну все, ты бешечка. Да нет. И... Ну нет! БФГ, заряд. Да, сука! Извините. Так. Значит, БФГ. БФГ семерка. БФГ семерка. ПКД просто. БФГ семерка. Все можешь. Все можешь. Работаем. Главное, попадем. Да блин. БФГ. Пригибайся. Грязь. БФГ. Собирай БФГ еще. Заряд. БФГ. Ой. Да как так-то? Нет, БФГ. Вижу справа. Не могу подойти, убьет. Ах ты скотина, а? Сейчас надо было брать. Бежал до БФГ называется. Тоби не взял, пробегал два раза. Ну я на него смотрю, блин, потому что. Вижу, блин. Да блин! Да твою мать! Взял. Yeah.
Электризуется. Слабо, а? Вижу, да, я взял ее, взял. Да блин! Фаза, прошу тебя. Да. Две ачивки. Ой, блин. Вы победили. Все окончено. Вы остановили вторжение и закрыли портал. Но это далось дорогой ценой, агент Вега. Вся наша деятельность. Понимаете, я следил за вашей работой, понимал вашу мотивацию. Вы думаете, единственный способ — это убить их всех, не оставить ничего? Не говорите, что это не конец. Возможно, вы правы, но мы не можем все так Миша, просто Миша, прикрыть. Надо было на 99-м. Без агент энергии мир будет надо было, надо было как можно раньше. Я не жду, что меня прям трясет. Мурашки но по телу. Мы сможем продолжить нашу работу. Я не злодей. Я делаю это все. Потому что иного выбора нет. Меня замочит, что ли, гад? Перерасчет координат захвата завершен. Наше время вышло. Я не могу убить вас. Но и не допущу, чтобы вы нам мешали. Мы еще увидимся. Мы еще увидимся. Бастион, предатель. Yeah! Класс! Супер! 3 часа! Такого драйва! Это, наверное, лучше будет из частей по Думу, из тех, которые были. Ой! Может, на ультракошмаре перепройти?
Супер, великолепная игра. Даже если вы не очень хорошо относитесь к шутерам, рекомендую. Рекомендую. Очень хорошая, очень динамичная, красивая, интересная. Прям класс. Прикольно, смотрите, какой маленький стоит эта булочка. Курс евро 66, падает евро. Почти до доллара опустился. Блин, это такие замечательные были части, столько эмоций. Каждая смерть, каждая смерть. Лучше, что я видел в этом жанре. Спасибо. Спасибо тебе. Липсом поддержал на 100 рублей. Спасибо Михаилу за эмоции. Инэксперта тоже спасибо. Действительно, инэксперта. А вот если бы он мне не дал на тех боссах, я, скорее всего, не прошел. Если бы я не разыгрался. И так-то на тоненького. Блин, класс. Ну, пользуясь случаем, передаю привет безумному дизайнеру Вите. Сколько у него там траев нужно было для того, чтобы игру боссом пройти хотел. Не прошел за 100 траев. Ну, Виктор, ну, мы поговорим об этом завтра в офисе. Завтра рабочий день, кстати. Илья приезжает. Ну, ты заходи. Ой. Но, Витя, спасибо за то, что он как бы, он же всю движуху поднял, он сказал, да ты в шутеры не умеешь, да я там попробую челлендж какой-нибудь, посмотрим что, посмотрим как. Да, и он как бы и был таким главным провокатором и вдохновителем идейным. Почему бы не сделать челлендж турнира как на ГГ? Да, это как раз согласуется с темой эксперта. Классно! Такие эффекты. Вообще игра очень хорошая. Очень. Прям очень. Я не знаю, какие там оценки на метакритике, но она реально прям великолепна. Стендер большой, он пошел. А, он с рукой и с ключом, смотрите. Это еще у тебя норм рельсы не было, бы легче бы зашел. Да, там в осадном режиме рельсы. Это классно. В осадном режиме я с рельсой не мог двигаться. Это проблема. Передай сдачи на эксперта. Спасибо за бурю эмоций. Next за челлендж. 85 оценок. На Game Awards играл дебют для лучших шутеров в 2016 году. Метакритик 85. Великолепно. Ой, вот прям вот. Класс. Это как... Это в стиле первого вообще Дума. Помните, там картинка была, как он на горе трупов отстреливается? Класс. Просто класс. Ну что, спасибо. Спасибо всем за внимание. Я пойду заливать эту... Поставлю заливать эту запись сейчас на YouTube. Уже жду, что будут нарезочки клевые. От Лояра и еще от кого-то клипы доступны в плеере. Фух. Эмоции непередаваемые. Давно такого не было. Все? Что, стой. Фуфа, не, фуфа не будет, вы что? Жди бабосов на эксперта. Да, он пришлет в любом случае, не обязательно сейчас. Ты же на эксперта. 5 секунд. Как же фуфа. Да мне хватит. 97-я смерть из 100. Нарочно не придумаешь. А, он переводит, понятно. Ну, подожди, да, конечно. Ну, я тогда на ультракошмаре быстренько.
Ультракошмар это то же самое, только с одной смертью. Не, я в сетевую не пойду сегодня, это надолго. А, сразу с этой? То есть сразу с дробашом? Ладно, поехали. Хорош. Как я тут от импов бегал, помните? А, тут не только от импов, то сразу... Тут же сразу начнется. Так, бочек сторонимся, потому что они взрываются. Вот ты ж ёжик. Бочек сторонимся, бочек сторонимся. Ой, попал. Ой, тут уже первый... А тут отображается смерть еще людей. То есть показывается, кто докуда типа дошел. А помните, как я здесь начинал-то вообще? Помните? Что было, как я тут отдавался. Сейчас еще отдамся. Воу-воу, ребята, вы чего? Рун еще пока нет даже. Забрался, скотина, а? Уже половина хп, между прочим. А там наверху стреляют. Патронов маловато. Патроны. Во. Ну иди сюда, упырь. Ну блин. Как я тут бегал. Как я тут терпел, помните? Прыжок не работает. Да, да, двойной прыжок это засада. Сколько же нужно времени, чтобы еще... Лимит операции не позволяет, причем похоже на вашей стороне. Я знаю, в чем дело. Там как раз сегодня уже Яндекс подходил. Да нет. Ну ладно. Там любым способом, как бы. А где, где? Потом как-нибудь. И кто еще? Все? Изи. Ребята, изи. Да-да-да. Ой, тут же сразу будет несколько... Это, конечно, можно просто с руки вообще бить. О! Кошмар окончен, ну слава тебе, Господи. И поставилась метка там, где сдох. Ну, бас. Да, по 50, хоп-хоп. Благодарю всех за все. Увидимся с вами скоро. Пока. Запись заливаем. 98 надо правильно поставить.